Все флаги в гости к ним. Актовый зал Университета телекоммуникации и информатики собрал несколько сотен студентов Самарской области. Открыл форум традиционный студенческий гимн. Этих ребят можно без преувеличения назвать элитой самарского студенчества. Они не только успевают отлично учиться, но и добиваются успехов в творчестве, спорте, науке, общественной деятельности. И сегодня, в Международный день студента, здесь вспоминают, чем запомнился 2016-й, главные акции и проекты этого года. Пожалуй, главной новостью этого форума стала отмена повышения цен на проезд для студентов. Эту тему губернатор недавно обсуждал на рабочей встрече с председателем Совета ректоров вузов региона Геннадием Котельниковым и главой Самары Олегом Фурсовым. Тогда Николай Меркушкин поручил тщательно изучить вопрос и принять оптимальное решение, которое устроит всех. По решению губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина с 20 ноября 2016 года приостановлено действие постановления главы городского округа Самара в части повышения проезда для студентов. На волне всеобщей эйфории прошло и награждение лучших студентов. 600 человек своими достижениями в учебе и общественной деятельности заслужили стипендию губернатора Самарской области. Теперь они будут получать порядка 11 тысяч в семестр. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.